В этом году в Московской области начнут работу более 20 новых производств, которые собираются выпускать импортозамещающую продукцию. Например, по производству лифтов и по переработке отходов фосфорной кислоты. Появится более 2600 новых рабочих мест в регионе. Об этом сообщил заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. И в эти проекты планируется инвестировать около 13 600 000 000 рублей. В соответствии с плановым графиком уже в этом году в Подмосковье начнут свою деятельность 23 новых импортозамещающих производства. Проекты общим объемом инвестиций порядка 13 600 000 000 рублей планируется реализовать и ввести в эксплуатацию в третьем и четвертом кварталах этого года. На новых производственных объектах будет создано свыше 2600 рабочих мест для жителей Московской области, уточнила Екатерина Зиновьева. По словам зампреда правительства Московской области, на сопровождении инвестиционного блока регионального правительства сейчас находится 123 проекта импортозамещения. Из них 79 планируется реализовать уже в этом или в следующем году. Все подобные проекты в Подмосковье реализуются под руководством губернатора Андрея Воробьева. Таким образом, в регионе активно развивается собственное производство важных товаров.